Приветствую, друзья, на связи кухар Богдан. Записал для вас еще один видеоурок на тему двойной аутентификации в 1С предприятии. Как оказалось, на сегодняшний день еще много компаний используют вот такую вот двойную аутентификацию в 1С предприятии. Что я имею конкретно в виду? Итак, представьте себе ситуацию. Бухгалтер приходит на работу, запускает свой персональный компьютер и, конечно же, первое, что ему нужно сделать, это пройти авторизацию на нем, да, ввести логин, пароль. После чего идет вторая операция, это запуск 1С предприятия. Выбирает он 1С предприятия, да. И тут его ждет вторая авторизация. Здесь его нужно найти себя в списке и, собственно, опять ввести пару логин-пароль. Цель этого видео, друзья, как раз таки показать вам, как избежать вот этой повторной авторизации. То есть, чтобы 1С-ка после входа на ПК стартовала автоматически. Кому-то тема может показаться банальной, но тем не менее, еще много компаний именно используют вот такую вот двойную авторизацию, что влечет за собой напрасную потерю времени, так как пользователь за день бывает по нескольку раз запускает, закрывает 1С предприятие, и после каждой такой операции ему приходится вновь вводить свой логин и пароль. А это, в свою очередь, снижает его производительность. Итак, запускаем 1С предприятие. Я покажу вам на примере бухгалтерии 3.0, как избежать вот этой повторной авторизации. Идем в конфигуратор. Конечно, у вас должны быть соответствующие права администратора, чтобы это организовать. Далее открываем администрирование, пользователи, и ищем, к примеру, пользователя, который работает за данным персональным компьютером. К примеру, это бухгалтер Иванова, да? Двойной клик по этому имени. Убираем птичку аутентификации 1С предприятия, ставим птичку, наоборот, аутентификация операционной системы и выбираем пользователя, то есть текущего пользователя для этого бухгалтера. К примеру, это юзер 02. Как видите, мой компьютер не входит в домен, это ПК-02. То есть не обязательно, чтобы персональный компьютер пользователя находился в домене, это может быть даже обычный локальный компьютер. Выбираем юзер 02, кликаем ОК. И теперь таким вот образом вход в 1С предприятие будет производиться от имени учетной записи на нашем компьютере ПК-02, юзер 02. Если у вас есть контроллер домена, то можно выбрать здесь соответствующий домен и, собственно, выбрать пользователя домена. Кликаем ОК и еще раз ОК. Друзья, я хочу, чтобы вы понимали, что это не убирает авторизацию в 1С предприятии. Авторизация будет проходить, только программа уже не будет спрашивать об этом пользователя. Она будет делать это автоматически. Так, давайте закрываем 1С-ку. Покажу я вам, что я имею в виду. Так, далее запускаем 1С предприятие, кликаем «Изменить», еще раз «Далее». Здесь, если у вас стоит запрашивать имя и пароль, убираем птичку, ставим «Выбирать автоматически» и пробуем стартовать. Ждем запуска 1С предприятия. Ну вот, открывается 1С-ка, демонстрационная база. Как видите, от имени Иванова Ирина Владимировна. Если кликнуть информация, то видим под каким именем стартовала наша 1С-ка. Как видите, она стартовала под нашим пользователем Иванова Ирина Владимировна. Иванова бухгалтер. А эта запись назначена пользователю, нашему локальному пользователю, юзер 02. Вот таким вот образом мы можем отключить двойную аутентификацию, и пользователь будет запускать 1С предприятие без дополнительного ввода логина пароля. Теперь, если закрыть и открыть программу обратно, то никаких уже паролей никто спрашивать у вас не будет. Автоматический старт под учетной записью нашего юзер 02. Запись в 1С-ке — это бухгалтер Иванова. Ну вот, как видите, все у нас отлично работает. Что еще хотелось бы сказать, друзья? Конечно, бывают случаи, когда, к примеру, разработчику нужно быстро войти в 1С предприятие, но он не может пройти авторизацию от своего имени по каким-то причинам. Тогда можно сделать следующее. Просто запустить 1С предприятие, кликнуть «Изменить», кликаем «Далее», «Далее». Ставим просто птичку «Запрашивать имя и пароль». Вот и все. Далее запускаем 1С предприятие. И вот видим, что здесь теперь мы можем опять войти от имени директора компании. Да? Кликаем «Ок». И входим уже под учетной записью администратора. То есть это может быть конфигуратор и так далее.